Всем доброго времени суток. Получил очередную маленькую бандероль с Китая. Оценена в 70 центов. Сейчас посмотрим, что там у нас. Заказано было с сайта AliExpress. Это подставочка под телефон. Такая в виде андроида присоска. И под нее, или это вот так к телефону, и получается спирается телефон на робота этого. Стоимость их, по-моему, 35 центов, так же как и оценили ее. То есть 71 цент. Добиралась сюда около месяца. Вот такие вот резиновые они. Без запаха. Качество, в принципе, нормальное. Цена соответствует изделию. Кому интересны подставочки, заказывайте. Я думаю, и планшет выдержит. Небольшой, 7-дюймовый. И телефон тоже выдержит. Не знаю, насколько будет удобно пользоваться. Попробую. Отпишу в комментариях. На этом все. Всем спасибо. Ссылку приложу в описании. Всем пока.